Всем здравствуйте! Смотрите вы канал «Солнечный край». Приехали мы в город поснимать для вас, погулять с детишками. Детки пошли по газону, сейчас я обойду. Такая красота! Находимся мы рядом с метро «Сагилом». В парке напротив Ахундовской библиотеки. Фонтанчик включили. Как приятно. Идемте туда. Солнышко светит, погода чудесная. По возможности отвечаю на все комментарии. Хочу сказать большое всем спасибо за обратную связь. Благодарю всех от души. Хочу пожелать всем мира, здоровья, благополучия и всего самого-самого хорошего. Не, ручками не надо водичку трогать. Да. Идем. Здесь можно купить кофе, мороженое, взять кофе take-away. Мишка такой радостный бегает. Нет, туда ты не залезешь, Мишка. При большом даже желании. Можно туда пойти? Попрыгать по цветам? Не, нельзя. Клумбу портить нельзя. Алиандра, смотрите. Какие красивые. Они белые. О, еще один. И розовый. Там гранат! Да. Гранат! Где что? Да, гранат, да. Молодцы. Здесь тоже гранат посадили. Вот домик. Библиотека Ахундова. Центральная библиотека. Молодежь играет, отдыхает, играет. И сидеть хочу. Ну, сидеть хочу. Ну, идем сейчас посидим на скамеечке. А я не устала. Ha ha ha!
Великолепные. Красивые цветы, да? Мамочка, что ты должна? Скажи. Мама снимает дома красивые. Дома. И Мин гоняет голубей. Пальмы. Можно взять на прокат самокат, покататься на самокате. Ну, сейчас папа придет, спросим у него. А вот в ту сторону уже находится метро Сахил. Метро Сахил? Да. А где он? Не где он, а где оно. Метро, оно. Это среднее. Правильно. Если прямо пойдем, мы попадаем отсюда на Бакинский бульвар. Ветерок поднялся. Сейчас надо дождаться папу. А потом уже решим. Тоже старое здание, красивое само по себе. Детки, не наиграется, а? Я ножку гладю. Ну, девочка гладит, да? Немножко поснимала нашу прогулку. Бакинцам будет приятно. Настроение чудесное, самое главное, детишки радуются, бегают, резвятся. У нас со следующей недели уже начинаются уроки. Алечку будем возить на частные уроки по рисованию к ее педагогу. И продолжаем заниматься. Повторяем всю школьную программу, тоже дома занимаемся. Решили пройтись к бульвару, немножко погулять на бульваре. Сейчас уже жара спала, прохладно, поэтому можно и погулять. И вот метро Сахил по правую сторону, если дорогу перейти, там арка, видите, вход метро.
А напротив метро находится здание, которое я часто снимаю. На первом этаже поликлиника номер один, городская поликлиника. Здание само 1892 года. Фасады многих центральных зданий реставрируют. Спустились в подземный переход. Да, хорошо. Да, да. Вот такой вот длинный подземный переход. Мы туда идем, туда. Вот пришли на бульвар. Здесь раньше находилось кафе «Сахил». До сих пор помню, было оно двухэтажным. Второй этаж был открытый, балкончик. Можно было посидеть, а сейчас видоизменили, перестроили. И вот здесь внизу всегда стояли столики. А рядом со столиками стояли весы. Вот прям вот здесь. И мама с папой приводили меня сюда на бульвар. Заказывали здесь мороженое, пломбир. 100 грамм в таких алюминиевых креманках. Креманки были алюминиевые. До сих пор помню. И всегда спрашивали, вам посыпать орешками или нет. Я всегда просила посыпать, но заказывали мне мало, так как я в детстве часто болела ангиной. И если даже дома покупали мне мороженое пломбир, его всегда растапливали. И мне хотелось, конечно, съесть не 100 грамм, а все полкило, как и любому ребенку, хотелось больше. Ну а потом уже, когда я работала, мы с подружкой приходили в это кафе, в кафе «Сахиль». Видите, его видоизменили. Сейчас и не узнать, что это кафе «Сахиль». И кушали мы там что-то, салатики. После работы приходили, погода позволяла. Весной было тепло, помню, любовались морем. Ну, вот такие вот воспоминания. Часто ходили еще Венецию с подружкой, пили чай. Она мне всегда говорила, когда ты еще успеешь? Вот сейчас отдыхай, наслаждайся, пока есть у тебя такая возможность, потом появятся детишки, заботы, и уже будет не до отдыха. Вот вышка на Бакинском бульваре. Раньше с нее прыгали с парашютом, с этой вышки. Еще во времена моей прабабушки она рассказывала. И мама рассказывала. Детишки куда-то убежали. С мужем ушли вперед. Я, как всегда, сзади запаздываю. Сейчас детишки подросли, когда были маленькие, не было возможности так часто отдыхать, гулять, выезжать куда-то. Сейчас уже полегче, подросли. И вот вы сами видите, мы все время тоже гуляем, куда-то выезжаем, стараемся не скучать, не засиживаться дома. Это кефаль. Кефаль, кефаль. А я самому не видела.
штучка вот эта. Расскажи. Это парусник. Парусник? А для чего? А это парусник, да? Да. Мамочка, это рыбка, что ли? Вот, а это вот там, видите, дальше? Это остров Нарген. Да, я знаю. Мамочка, это твои друзья. Давайте, там еще есть впереди большая ящерица. Идите сюда, я вам ящерицу покажу. Вон, 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 мама сейчас покажет. Кактусы разнообразные. Где-то месяц назад, когда снимала здесь. Сейчас, ящерица дальше. Они цвели. Вот даже... Да, они цвели. Вот видите, у некоторых даже цветочки. Вот, 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 смотри. Должен расцвести, бутончики есть. Вон наверху. А, ящерица? Сейчас покажу. Сюда заходить нельзя. Они цвести будут. Нет, вы видите, что закрыли? Вон ящерица, Али, смотри. Вон. А вечером тут еще красивее подсвечивает. Подсветка. Нет, это ящерица. Настоящая. Она как хорошо сюда вписалась. А что, она не прям как настоящая. Да. Она не настоящая. Да, они как шарики, видите? Интересные. А вот эти длинные, посмотрите, какие. Они вот настоящие, вкусные. Настоящие, настоящие. А здесь розочки, прелесть. Ой, здесь даже мост есть. Это эстакада. А давай на эстакаду пойдем. Сейчас мама Мирвари снимет кафе Мирвари «Жемчужину». Мне многие писали, осталось ли на бульваре это кафе «Жемчужина». Да, «Жемчужина» осталось. Гулять не хочешь? Ну вот мы сейчас... Устал, мама сейчас снимет, пойдем. Хорошо? Мама хочет «Жемчужину», Мирвари кафе. А вот и кафе Мирвари, «Жемчужина». Многие бакинцы вспомнят, узнают. Также она работает, как и раньше работала. Детственно тоже меня туда родители водили. А кто-то из подписчиков мне написал, что там подавали шашлык, кебаб из осетрины. Ну вот, сняла для вас, как и обещала. Раньше ходила здесь два катера прогулочных. Сейчас я не вижу. Это яхта. Вот, по-моему, нет, прогулочных катеров не вижу. А всегда мы на катере катались. А зачем этот корабль? Ну, яхта прогулочная ездит. Баобабы. Смешные, да, Алька?
Да, они толстенькие, видишь? Толстенькие. Три толстяка. Только... 210 лет привезли с Аргентины, посадили 08-11 в 2010 году. Да, да, да. Ух ты, плоды. Плоды как вата. А вот этому дерьму 50 лет, тому 210. Немного. Как бутылочка. Видишь форму? Бутылки напоминает. Да, это. А этому 50 лет. Тоже привезен с Аргентины. Посадили в 12.03 в 2013 году. А вот это дерево. А ему 215. Самое старое оно здесь. Посмотри. Вот оно, видишь, у него плоды. Как хлопок. Плоды такие странные. Жалко, потрогать не достанем. 215 лет. Даже не верится. Это оливковое дерево. Да, а это оливковое дерево. Сейчас посмотрим, сколько лет дереву. 160 лет. Дерево, высота 14 метров. Европейская, Европа зейтун, европейская маслина. Видишь, какой? Вот такая замечательная прогулка у нас получилась сегодня. И вас порадовала. Всем хочу пожелать мира, добра, благополучия, здоровья, оптимизма. Всего самого-самого хорошего. Смотрите вы наш канал «Солнечный край». Кому нравятся наши ролики, будем очень рады новым подписчикам. Подписывайтесь, пишите нам отзывы. И спасибо всем огромное.